это была ужасная история того, как я сидел, стоял и в целом было много... Долбоёб, это не Брат 3, это Война 2. О, вижу предателя! Блять! Сука! Бля! Сука, где же он, блядь? Ну вот, короче, ебу я её в рот. Ну, у нас такие, знаешь, отношения. Ага, дальше. Ну, ебал я её, конечно. Кончал только охуеть. Так. Охуеть. А дальше? На лафья потом полилась у меня. Ну, было дело. Значит, ебал я её там. Ага, дальше. Ну, знаешь, вот. У меня, кстати, тоже история есть. А, да? Да-да-да. Я, короче, иду с другом в киоск. И в киоске мы потом бабу ебали, прикинь. Да-да-да-да. А дальше что? А и все? А у меня тоже вот история есть. Идем мы как-то. Да-да-да, идем мы как-то. Рыболовные снасти покупать. Охуеть. И чё? Ты там знаешь, типа спиннинг, там рыболовная катушка с байтранером, там вот это всё. Да, вот. Да, ага. И короче, ну вот, и на рыбалку собираемся уже с Семёнычем. Ну пиво, значит, мы там заказали. И тут вот эта вот баба из рыболовного, значит, с нами на рыбалку едет. Но мы её на УАЗик. Охуеть. И как ебали ее там. Вообще пиздец. Она чисто с хуя на хуй скакала, понял? Итак, мне доверили опасное задание. Проникнуть в тыл врага незамеченным. Сейчас я как... Блять! Сука, где он, блять! Получай, сука, это Война 2! Нееет! Вообще, ебали ее только так, бля. Она вообще, она шлюха полная, бля, проститутка ебаная вообще. Блядь. Вот тебя надо было с собой взять, просто она сосала всем. Ты в точку, знаешь, да. Мне еще одна история-то появилась. Какая? Ага. Бабу, значит, ну, ебу уже, да, то есть почти. Она, ну, снимает. Да. Хуй, прикинь. Блядь. Пизде точно такая же хуйня у меня в Таиланде в 45-м была. Бля, ебай я тогда охуел, просто пиздец. Охуеть. А на главное там 1500 тенге в час, бля. Я думаю, беру ее там. А ты дешевле снимал? Братишка, да я за 700 тенге нормально. 700 тенге, ебай, это где такие водятся? Вот, ну и ебал я ее там, значит, вот. Трахал ее по жести вообще, бля, в очко. В очко давал, МБР был лучше у нее, блядь. Просто, мы ее так ебали, ебали просто ее там Семёнычем вообще. Бля, по самые гланды ей хуй совали. Бля, просто как же мы ее трахали, блядь. Да-да-да, вообще, я ебал в рот ее тогда. В рот и в пизду, бля, и в жопу ебал ее я тогда. Вот. А у тебя было что-нибудь такое? Да нет, такого-то не было еще, не дошло до такого. А, до такого еще не дошло. Ну, в общем, с Семёнычем расписали ее, ебать, в два болта. И просто всю ночь на ней наяривали, бля. И просто ебали ее, как сидорову козу, бля. Ёпта. И потом вообще мы ее, да козу, я козу. Котелёнка разок ебал. Нахуй ты долбоёб, что ли, бля? Котелёнка ты ебал. Ты дебил, что ли, вообще? Не надо, блядь. Это как в треке вот этот Джастин Бибер, знаешь, бабу. Он тоже там бабу, говорит, ебал. Бабу. А он не ебал бабу-то, ему там 14 лет было. Только мальчиков ебал. Он мальчик? Майкл Джексон, что ли? А видел у Майкла Джексона вот это Билли Джин? Да, насрал в кувшин. Вот это вжух-вжух-вжух, вот это вот. А я после этого, короче, потом бабу ебал. Вот это под трек Майкл Джексон, Билли Джин. И как, нормально? Ну, Майкл Джексон, не, ну, блядь, ну, как сказать, а до этого просто так, типа, знаешь, на сухую, без музыки. А сейчас прям, ну, вообще, то есть, ебали только так, бля, эту бабу. А вообще, вот ты скажи мне, ты массаж ступни делал когда-нибудь бабам? Тебе только делал, родной. А маме? Нет, я делал бабам массаж простаты. А, понял. Понимаешь, а вот ты мужику бы массаж ступней сделал другому? Да. Да? А реально? Ты? Ну я бы, знаешь, я бы типа подумал. Ты? Я бы подумал, типа, надо сделать или не надо сделать. Но в целом, конечно, там, ну, нормальная тема была.
когда я типа пел, это бабу ебал. Но в целом я типа массаж ступни, вот у меня техника такая есть. Вообще ноль щекотки, ноль каких-то неприятных ощущений, только удовольствие, вот так. Но мужику я бы не сделал. Почему? Ну типа, ну как пидорство какое-то получается, то есть понимаешь, чисто только бабам бы делал. А за деньги? А вот за деньги сделал бы? Ну за какие деньги? Сколько тенге? Ну, 1010 тенге. Ну слушай, ну да, сделал бы, а ты бы что не сделал? За 10 тысяч? Ну да, тенге. Ну дешево, дешево. В смысле? Так это нормально по деньгам выходит. Сколько проституток ты сделал? Сколько баб ебать можно? Дорогая шалава один. Ты знаешь, мы встречаемся уже очень долго, и даже ебались мы, понимаешь? Нам нужно... Я бы хотел тебе вообще кое-что сказать, но я не знаю, как это сделать, потому что... Это война 2, сука! Нет! Нет! Шалава один! Нет! Нет! Ебать, ты прикинь, хуйня какая недавно была. Чел бабе, бля, в любви признавался, прикинь, ёпта. И этот, блядь, предложение уже хотел сделать. Ебанат какой-то, блядь, из русской мафии, то ли, блядь, долбоёб, то ли мафиози какой-то, блядь, взял, просто взорвал их нахуй. Ну хули ты хотел, война, конечно, сейчас идет, блядь. И типа... А как бабу звали? Шалава один. И типа, блядь, там вообще пиздец, там ёбнутая какая-то хуйня происходит, блядь, я не знаю, что делать дальше. Я, как... Мне кажется, я знаю Шалаву один. Шалаву один, ты знаешь, так все, она умерла, блядь. Я ее ебал. А, да? Пиздец, так на то она и Шалава один, блядь. Так а я еще никого не ебал, я девственник, конечно, тут еще, блядь. Я, вот. Знаешь, я ёбнутый. Ёбнутый? А кого ты ебал-то, если ты ёбнутый? Или тебя ебал? Шалаву один. Шалаву один ебал. А я никого не ебал, понимаешь, в чем дело еще? А парень это ее как звали? Да долбоёб какой-то, я не знаю, блядь. Этот режиссер фильма не задумал, бля, мы и не знаем имени какой. Да и режиссер Феллини говорят, блядь, долбоёб ёбнутый вообще, блядь. Просто, блядь, у него фильмы без смысла, блядь. Недавно, прикинь, там, блядь. У меня история есть. Какая? Я бабу, значит, ебал. Ага. Ну и выебал бабу. Ага, а долго ебал-то? Секунд 30. Ебать, так ты что-то не боец, по-моему. А потом что было? Что это после 30 секунд было? Камшот. А, типа малафья полилась, да, сразу? Еба картина, заебись тут, да? Я что-то и не замечал. Это Титаник? Ебать. Да тут хуй пароход какой-то, блядь. Ну я вообще ебанутый, кстати. Откуда в Сампе картины вообще, прикинь, бля? Ебануться вообще, да? В каком Сампе, идиот? Это война 2. За неделю до этого! Да, 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 давай, да, да, Феллини крутой режиссер в GTA Самп, да, 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 Итак, вот мы на задании, тут, в общем-то, самолеты-истребители, тут, блядь, это война 2, Это война 2. Сука. Тут и где надо встретиться? Встретиться? Ну, давай, тактическая давай миссия. Тактическая миссия, где ты? Давай проникнем на базу 51. ТП ко мне, ТП ко мне, давай на базу проникнем. Я лечу. Куда, куда, брат? На базу давай проникнем. Все, погнали, погнали. Погнали на базу проникнем. Давай, давай. Мы под обстрелом. Реально? Под каким, блядь, пиздец. Там стреляют. Блядь, ужас. Блядь, стреляют. Как пройти-то Фэнтон сюда? Пиздец, все, конец, брат. Не отпускай меня. Джон, нет. Не, а, там путь, погнали. Нахуй ты стреляешь, блядь. Ты живой еще, друг. Все, заебись, у меня 100 хп. Че, дебил, это пол. Это война 2. Вот и вход! Давай украдем секретную! Давай украдем секретную разработку! Базу. Блять, взрывают охранники этой зоны, ёбаный! Блять. Вот, вот, вот сюда, тут джетпак будет. За тобой погоня, брат! Блять, реально? Ты же дед! Какой? Бля! Блять! Нет, Джон!
Нет. Это война 2. Блять. Как оружие? Виапонус? Веп. Как оружие? Ган. Блять. 300 команд, 0 ответов. С базы 51 было сложно выбираться, но мы могли это делать. Мы украли джетпак и неслись куда только можно. Мы думали просадить весь капитал в казино Лас-Вегаса. Розовый джетпак был полностью украден. Розовый это разработка джетпак. За миллиард долларов. Мы все украли, и все было у нас отлично. До тех пор, пока мы не въехали в стену. Мы врезались в стену. После того, как мы с моим соратником ограбили казино, мы решили пойти в казино. Для того, чтобы отыграть много всего. К сожалению, казино тоже было подвержено. Казино тоже было подвержено войне, и поэтому персонажи померли. Конец фильма.